включила. Короче, я не знаю, что говорить, ребята. Мы просто сейчас в огромном шоке. Скорее всего, на канале у Макса больше не будет видосов. Возможно, что больше не будет. Говори сразу. Как есть, говори. Я не хочу это говорить, но... Ну, говори как есть. Возможно, придется распрощаться с таким каналом, как... Да и при чем здесь? Да вообще посрать на этот канал. Я для подписчиков, они тоже должны знать. Ты сам прекрасно понимаешь. Вообще посрать на канал. Тут речь не о канале, а о Максе. Короче, ребят, в двух словах. Возможно, не будет больше видео. Если мы сможем, если вы видите это видео, мы смогли найти доступ к каналу Макс через как раз его телефон, установить пароль. В субботу, наверное, мы постараемся выложить то, что мы сняли. Я не знаю, как вы на это отреагируете. Мы в трауре, мы в шоке. У нас просто нету слов. Мы эмоционально вымотаны. Мы уставшие, поэтому у вас сейчас нету какого-то освещения, нет какого-то звука. Я попросил Вику, чтобы она сняла просто обращение с пониманием и с помощью. Я не знаю, что говорить, так что для всех, кто был вместе с нами, вместе с Максом, спасибо, всем пока. Выключаю вот там кнопку.